Крепкий замок на османских землях. Именно так называли Бендерскую крепость. Долгое время ее стены служили надежным укрытием не только турецким войскам. В начале 18 века здесь, после разгрома под Полтавой, пребывал в изгнании шведский король Карл XII. Здесь же свои последние дни провел гетман войска Запорожского Иван Мазепа. Первое упоминание места – это грамота молдавского господаря Александра Доброго. В этой грамоте это место упоминается под названием Тигини-Кяч. Грамота Доброго четко датирована 8 октября 1408 года. Взять крепость старались не единожды, но покорить эти стены долгое время никому не удавалось. Вплоть до 1770 года, когда русские войска под командованием генерала-аншефа Панина впервые покорили крепость. К слову, мощь и непокорность крепости тесно вплелись в характер местного народа, который выстоял в борьбе с румынскими оккупантами, отстоял свою свободу в войне 92-го.